На школьных каникулах во Дворце молодежи прошел веселый праздник «Синичкин день». Дети мастерили кормушки для птиц из подручного материала и участвовали в викторинах. В конкурсе принимали участие 120 самодельных кормушек. Поэтому жюри присудило несколько третьих, вторых и первых мест. Они посчитали это решение справедливым. 15 ноября в торжественной обстановке все победители получили награды. Дипломы и подарки вручал председатель профсоюзной организации «Смоленская АЭС» Юрий Кузнецов. А ты с кем делал кормушку? Папой. Папой, да? Ну скажи папе, что он молодец. И не только ты. Ну получаешь вот диплом за третий месяц. Подарок? Многие поделки – продукт совместного семейного творчества. Я рад, что победил, а делал кормушку с мамой и дедушкой. Мы решили сделать кормушку в крышу из соломы, а в стенки и все остальное в дерево. Участие в таких конкурсах объединяет не столько духом соперничества, сколько процессом творческого труда и наглядно демонстрирует детям их участие в сохранении окружающей природы.